Спонсор программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. В Серышевском районе на проселочной дороге в районе села Бочкаревка автомобиль Toyota Hilux Surf сбил пешехода 18-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу. А в поселке Новобурейск Бурейского района автомобиль Toyota RAV4 при движении задним ходом наехал на 62-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы. А в Благовещенске на магистральной 101 автомобиль Isuzu L при движении задним ходом наехал на 32-летнего пешехода. Мужчина получил травмы. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В Тындинском районе на 130-м километре дороги Тында-Ларба грузовой автомобиль Astra HD8 выезжал с прилегающей территории и не пропустил автомобиль УАЗ. 51-летний водитель УАЗа и его пассажирка того же возраста доставлены в лечебное учреждение. По Новотроицкому шоссе в районе поворота на Чигири произошло ДТП с участием двух автомобилей. Toyota Corolla двигалась в направлении города со стороны Белогорья. Водитель автомобиля Nissan AD выезжал со стороны Чигирей и хотел повернуть налево на Новотроицкое шоссе. Не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с Corollaй. Автомобили получили серьезные повреждения. На улице Политехническая 2 водитель, управляя автомобилем Toyota Crown, при проезде перекрестка не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Creta. В результате ДТП травмирован водитель с автомобиля Toyota Creta. На улице Загородной в районе магазина «Дом-дача» произошло тройное ДТП. Иномарка Toyota Corona Premia двигалась по улице Загородной от Северной в сторону микрорайона. Водитель хотел повернуть налево к магазину и остановился, чтобы пропустить встречный поток. Сзади ехал автомобиль Lexus. Водитель, вероятно, отвлекся и ударил Toyota в заднюю часть. От удара Toyota отлетела на встречную полосу, где и столкнулась с иномаркой Toyota Ipsum. В ДТП пострадали только автомобили, сообщает служба аварийных комиссаров содействия. Следующее ДТП произошло на перекрестке улиц Конная и Политехническая. Автомобили Land Cruiser Prado и Toyota Mark II двигались в прямом направлении. На перекрестке водитель Марка, притормозив, решил повернуть на улицу Политехническую налево. Водитель, движущегося позади Land Cruiser, не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортом и совершил столкновение. Люди в аварии не пострадали. Повреждения получили только транспортные средства. Причем у автомобиля Mark II повреждения очень серьезные. Накануне празднования Нового года наблюдается увеличение количества транспорта на улицах крупных населенных пунктов. Горожане, а также гости города устремляются в магазины за покупками, вследствие чего плотность транспортного потока, особенно вблизи торговых центров, становится выше и растет количество дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим, уважаемые водители, будьте предельно внимательны за рулем. Помните о соблюдении дистанции, выборе безопасного скоростного режима, обязательном использовании внешних осветительных приборов. Будьте взаимовежливы и осторожны. Уважаемые пешеходы, при переходе проезжей части будьте предельно внимательными. Переходите проезжую часть только в установленном для этого месте и только убедившись в безопасности своих действий. Я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Хорошие деньги для хороших людей. «Дом денег». Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57 48.